Всем привет, я Осмий, я нахожусь на LightCloud. У меня накопилось немало кейсов, давайте же попытаем нашу удачу. Открываем, начнем с обычных кейсов и закончим уже необычными кейсами. Нам выпала буква, замечательно, что же выпадет на этот раз? Редстоун? Нет, нет. Это железная руда, ребята. Это шапка железная руда. Вот это да. Это тоже необычная вещь. Что же на этот раз? Шапка W. Вот это да. Тоже буква. Тоже замечательно. Давайте еще пробуем. Монеты Arcade Games. Хоть бы вот это выпало. Но нет. Или да. Да, ребята, монеты Arcade Games, вот это да. Вот это, конечно, необычная вещь. Монеты всегда не помешают. Всегда лишними не бывают. Монеты лишними, конечно, не бывают. Да ладно, это шапка. Вот это да, это редкая вещь. Это редкая вещь, Чика. Шапка Чика. Что же выпадет сейчас? Эмеральдовая руда. Да, ладно, ребята, вот это нам по рудам везет. То железная руда выпала, а теперь изумрудная руда. Вот это да, вот это классно, ребята. На руды нам, конечно, везет. Это самая редкая руда. Шапка желтая шерсть. Итак, что же сейчас нам выпадет? Буква или что-то другое? Эндермен? Да ладно, ребята, это тоже редкая шапка, Эндермен. Вот это нам повезло, вот это повезло нам, ребята. Открываем еще. Что же выпадет на этот раз? Монеты Arcade Games, монеты Bad Wars, нифига себе, по много штук. Ну-ка, это Халк, ребята, это Халк. Тоже очень классная вещь, редкая. Видно, редкая. Бустер, ребята, вот это да. Вертится бустер, но он нам не выпал. Нам выпал Пикачу, ребята. Я мечтал о Пикачу. Вот это классно. Вот это классная вещь, конечно. Покемон. Нам покемоны еще не падали. Монеты Color Control. Я не знаю, что это за мини-гейм, но я постараюсь на него как-то зайти. Глянуть, что да как там. А монеты Bad Wars нас обошли. Шапка, какое-то яйцо, что ли? Да, это какое-то яйцо. Шапка, яйцо пасхальное. Итак, что же сейчас? Это Notch? Да ладно, у нас есть создатель майна. Notch. Вот нам повезло, конечно. Нечастая находка. Нечасто попадается, конечно, он. Шапка... Arcade Games, ого, ребята, Arcade Games. О-хо-хо, нам везет, конечно, монеты. Монеты лишними не бывают, это точно. Что же будет сейчас? Шапка или монеты? Это шапка. Какая-то непонятная, я не понимаю, что там в шапке написано было. Итак, что будет на этот раз? Тоже очень много редких предметов, ребята. Очень много редких. Что же сейчас? Это обычная шапка, буква К. Это обычная шапка. Ну ничего, конечно, тоже пойдет. Что ж, на этот раз? Монеты Murder Mystery, что ли? Или... Да ладно, ребят, редкая вещь нам выпала. Это монеты Murder Mystery. Вот это да. Кейсы у нас уже кончаются, осталось уже маловато штук. Ну-ка сейчас опыт, давайте опыт нам. Нам опыт еще не выпадал, вот это да, опыт. Замечательно. Опыт тоже лишним не бывает. Его всегда мало. Хочется больше опыта. Это губка, ребята, нам выпала шапка-губка. Тоже классно, необычная шапка. Пойдет. Ночь нам уже выпадал. Ночь нам не нужен. Так, это земля. Нам выпала земля. Заснеженная.
Что ж дальше? Монеты Color Control, ребята, опять монеты Color Control. Замечательно. Монет, как я говорил, лишними не бывают. Буква V, ребята, буква V. Что ж дальше нам выпадет? Буквы добывать как-то неинтересно. Охота, опа-на. Шапка какой-то странной выпала нам. Что же на этот раз будет? Бустер, ребята, бустер выпал. Вот это да. Офигеть, это реально редкая вещь. Это реально редкая вещь, бустеры. Они покупаются за клауды. Я не знаю, как нам повезло. Здесь одни обычные, ну так неинтересно. Одни обычные вещи. Шапка, буква К. К. Тоже классная вещь. Что ж дальше будет? Ну-ка. Давайте необычную какую-то. Ну, монеты Murder Mystery. 25 монеток. Ну, что-то маловато. Нам надо больше монет. Так дело не пойдет, конечно. Шапка. Ну-ка. Шапка буква У. Итак, у нас начались уже необычные кейсы. Две звездочки. Что же выпадет сейчас? Здесь уже вещи должны быть поценнее. Нам закрыли опыт. Нифига себе, очень много опыта, ребята. Мы сейчас поднимем уровень. Мы сейчас с такими темпами перейдем на новый уровень. Здесь и баннеры есть. Вот это да, летний баннер. Поскорее бы лето, ребята, поскорее бы лето. Очень классный баннер. Здесь почти одни баннеры, ребята. Здесь не головы, а баннеры. Это... О, нормально. Зайчик. Заяц. Какой редкий баннер, посмотрите. Но он нам не выпал. Нам выпал дождь. Нам выпал дождь. Ну, тоже ничего, конечно, тоже ничего. А монеты вертятся здесь. Монеты. Монеты... А, нет. Баннер покебол, да. Баннер покебол. Замечательно, тоже тематика покемонов. Ну-ка, а сейчас что нам выпадет? Монеты Бэдварс, ребята, купим перки, купим наборы какие-то и тому подобное. Тоже классная вещь. Здесь прям какой-то эпическая какая-то вещь, но она нам не выпадет, по-моему. Как мне кажется, она нам не выпадет. Эпическая вещь. А полярный медведь нам выпал? Да, ребята, вот это да, это питомец. Ого-го-го-го, ребята, нам выпал питомец. Я такого не ожидал. Я думал, это шапка, а это, оказывается, питомец целый. Нам выпали монеты Эгварс уже. Уже не Бэдварс, а Эгварс. Тоже замечательно. Тоже купим перки какие-то, наборы там. Ну-ка, что сейчас? Опять баннер покебол. Нам дали пыль. Нам дали за это пыль, потому что у нас он уже был. Из пыли мы сможем сделать тоже себе кейсы. Это тоже замечательно. Итак, что же выпадет здесь у нас? Железный человек нам выпал. А, нет, нет, это не железный человек. Нам выпал олень. Олень. Тоже классно. О, что я здесь вижу? Бустеры, ребята, но они нам навряд ли выпадут, как мне кажется. Да, нам выпал опыт. Нам выпал опыт, ребята. Чуть-чуть до бустера оставалось, но нам выпал опыт.
как же это печально. Как же это печально. Так, пингвин здесь вертится. Пингвин. Но он нам не выпадет, по-моему. Или выпадет. У меня что-то подвисло. Не знаю, как у вас. Нам выпал опыт. Опыт, ребята, тоже 50 опыта. Открываем еще. Ну-ка, что же сейчас выпадет? А, здесь почти одни монеты. Радужный узор. Нам выпал баннер. Обычный баннер. Нередкий. Опа-на, что я вижу? Баннер. Здесь очень много баннеров. Питомец даже есть. Питомец здесь тоже есть. Снеговик, да ладно! Нам выпал еще один питомец, ребята. Вот это везение. Вот это удача, я такого не ожидал. Вот это да, еще один питомец. Я мечтал о таком, ребята. Вообще, вот это да. Монеты Color Control нам не достались, но мы получили монеты Egg Wars. Это тоже замечательно. Монеты Egg Wars и последний кейс остался. Последний кейс. Что же из него выпадет? Ну, здесь монеты есть, есть и баннеры. Ну-ка, кажется монеты, кажется монеты. Нет, это баннер Инь-Янь, ребята. Инь-Янь, вот это тоже классно. Баннер Инь-Янь, это тоже очень классная вещь. Ну что, ребята, это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмей. Всем пока-пока.